Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Dead Space. С вами Андрей Доцент. Мы вернулись. Дела пошли на лад. У нас ответственность на веки. Корабля USM было. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. О. Правда, мы не можем ответить, пока так. Не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Хорошо. Это все, конечно, классно, но где наш второй напарник? Раз уж дела пошли на лад, я бы не стал пока так это заявлять, потому что еще не все кончено. Вот там кто-то рычит. Кто-то рычит. Так, магазинчик. Давайте глянем, что у нас появилось нового в магазинах. Так. Да. Ничегошеньки не появилось. Хорошо, так, тогда что мы можем продать? Ну, в принципе, знаете ли, так, аптечку одну я продам, уверенно, да, и стазисную батарею туда же. Все, так, топливо огнемета тоже продадим. Импульсные заряды я оставлю, пожалуй. Так, открыть. Угу, вот мы и на мостике, собственно, куда нам надо прийти. Так, я слышал какой-то странный звук, но... Твою мать! Ух ты, ёй! Чёрт! Так. Уничтожаем, уничтожаем. Где они? Есть. Бляха-муха! Так, стойте. Ух ты, долбануло-то как! Я ж отлетел. Все. Так, ломаем. Есть, готов. Готов. Да сдохни ты. Ой, блин, сзади. Так. Все, кажется, да? Фу, успокоилась. Вот нас врасплох-то застали. Надо вылечиться. Все, вылечились, кредиты мы подберем, естественно. Давайте посмотрим, что с вас осталось-то хотя бы. Да, не очень-то и много, ну ладно. Хоть что-то, чем вообще ничего, давайте посмотрим. Куда надо, наверх, вниз, наверх. Так, уровень 1 недоступен, зато уровень 3 есть. Ну давайте, поднимемся. Но угу. У меня странные всплески на передающей частоте. Так, будем. Думаю, это использовать. Будь осторожен. Ладно, буду. Хорошо, обязательно буду. Осторожен. Так, и мне надо быть осторожнее с патронами. Потому что автомат хоть это и классно, но расход его патронов просто, я не знаю, колоссальный. Вот стандартное оружие наше, этот вот плазменный резак, это как-то, знаете, более такой эконом-вариант. Так. Сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Ух ты, выплюнул. Все. Склеились. Слава богу. Слава богу. Так, надо сохраниться. Засаду пережили, почему бы не сохраниться? Вот так вот. Автомат это, конечно, круто, но, блин, патроны есть только так. Давайте, зарядим. Ну, хотя бы максимальный магазин. Бляха ты, муха. Черт! Да чтоб тебя! На! Есть! Готов! Сразу, да сколько ж их тут! Так, стреляем, стреляем! Вот так вот! Хорошо! Выплюнул! Выплюнул. Все. Все? Сдох? Так, аптечку надо использовать. А то со здоровьем что-то совсем проблемы. Да, враги стали сильнее. Ну и мы как бы тоже. Хорошо, что я прокачал броню. Я бы, наверное, сдох уже бы.
Атаку урона. Ты чё? Эй. Сдох. Кто это? Слендер? Что с тобой стало-то? Чёрт! Чёрт! На мелкете распался! Боже мой, Слендер, и тебя вирус поразил, ёлки-моталки. Стреляем. Всё. Патронов ни хрена нету. Зашибись. Чё ж теперь делать? На огнемёт, что ли, надеяться? Ну, видимо, только на него и остаётся. Хотя нет, что-то вот ещё даже осталось. Блин, что-то вообще, короче, дела печальные. Надо как-то раздобыть где-то. Слава богу, у меня, по-моему, оставались патрончики найденные. Так, что у нас тут? Запись, верстак, верстак, запись. Магазина нет, жаль. Ладно, давайте сохранимся тогда. Сохранимся. С патронами беда. Так, ну-ка, давайте глянем, что мы вообще можем здесь в перспективе, скажем так, улучшить. Так, стазис модуль, кинезис модуль, XX. Вот стазис может улучшить, а? Или не стоит? Плазменный резак. Ну, тут и так все нормально. В этом плане. Огнемет, урон, я не вижу смысла. Не знаю. Ладно. Будем воевать с тем, что имеем. Думаю, пока пойдет. Главное, что? Главное, чтобы были патроны. Давайте глянем. Проверка инвентаря. Что у нас есть? Да, что-то совсем печально. Давайте огнеметом будем. О! Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. Угу. На корабль совершено нападение. Но капитан Маркус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. О, хорошо. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но очень хорошо. Так. СОС! Это USG Ишимура. Это... Все, вот сигнал и пропал. Не верю своим глазам. Да. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Да. Конец связи. Ребят, никто, походу, не выжил. Ну ладно. Так, блин, мне так вот не нравится. Знаете ли, туннель. Давайте будем вперед смотреть. Ой, разгоняемся. Разгоняемся. Что-то вдалеке вижу. Так. Блин, это тир какой-то у нас получается уже. Что у нас там? О, тупик. Все, приехали, да? Все, без происшествий. А я-то подумал, сейчас, наверное, нас будут атаковать, как обычно. В таких местах. Мы уже один раз так двигались. Луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Хорошо. Будем иметь в виду. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Понял я. Сейчас все симметрично сделаем. Давай, ломаем. Так, это надо сюда, наверное, идти, конечно. А как же иначе? Стазис заряжен. Ух ты! Я уже вижу, там что-то есть внутри интересное. Вот только как туда попасть. Так, сохранимся. Обязательно. Чтобы в случае чего по 20 раз не бегать. Так, ну давайте. Ой, ящички. Ой, еще что ли? Ой, как классно, ребят. Совсем здорово. Ломайся ты. Ломайся, говорю. Есть. Ну, какие-никакие, но все-таки патроны. Так, что-то я проводник подобрал. Так, что у нас тут? Труборез. Перезарядим. Во. Все, так. Что у нас еще тут? О, нормально. Живем. Ну что, будем вас пилить тогда? Зона невесомости. Ага. Вот как. Черт. Вот черт. Так, ну давайте. Так тебе, на!
тварюга! Опа! Черт! Зараза! Пилим его, пилим! Есть! Распилили вас в хламину. Что за хрень? Так, опа-на! На тебе, на! Все, распилили его нафиг. Так. Есть, что у нас тут выпало? Патроны? Хорошо. Очень хорошо. Так, перезарядим наш резак. Кстати, прикольная штука все-таки. Если приноровиться, то ей можно очень эффективно пользоваться. Так, давайте-ка мы все это дело... на тебе! Видали, с кулака как снес, а? Хоть и в невесомости, но все-таки. Так, и пошли гулять. Что у нас тут еще есть? Так, давайте-ка осмотримся. Ничего пока ценного не вижу. Не вижу. Так, и что мне надо делать? Я вот не пойму. Заменить, что ли? Так, Или не... нет, господи, я, по-моему, кто-то летает. Так, ну, очевидно, что мне надо вставлять вот эти вот штуки, наверное, на свои места. Так. Куда еще? Так, что-то я не понял. Что-то я не пойму, что делать-то надо. Так, может еще где-то лишнее болтается? И ее вставить надо. Вроде все на своих местах. Что-то я не догоню. А, стойте, надо сюда пройти. Надо сюда пройти, ага, и ни хрена интересного. Так, что-то тут некоторые поломаны какие-то, некоторые, я не знаю. Некоторые работают, некоторые поломаны. Что мне делать-то? Стойте, карту глянем. Подчините. Каким образом? Каким образом? Может, все на одну надо? А ну-ка, давайте-ка мы все на одну перетащим. Так. Есть. Ага. А вот кукиш мне. А не перенести. Стойте. Опасно для жизни. Рубка связи. Так, что-то... Может, не надо их к центру все свести? Давайте-ка мы к центру сведем их. Попробуем так. Ну вынимайся ты нахрен. Ну ёб твою налево. Так. Есть. Так. Допустим. Выдрали его. Так, и где у нас работоспособный? Вон тот дальний. Ну, сейчас мы его сюда и поставим. Опа! Какая-то система немного странноватая. Я до сих пор не пойму принцип действия. Опа-на. Так. Так. А это выдираем его нафиг. Стой. Так. Есть? Нормально? Карта как там у нас? Один остался. Так, вот этого надо вытащить. Вытаскивайся ты, есть. Так, где у нас последний там поломанный? А, вон туда он. Полетели. Так, надо как-то... Опа. Ну, давай. Буду тебя там ждать. Так. Летит.
Отлично. Давай сюда. Есть! Так, нормально. Теория была верна. Вот, все заработало. Угу. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Хорошо. Да, нам сюда. Полетели. Ага, хрен из два я полечу так. Ну ладно, тогда побежали. Бежим. Опа-на. Все. Так, ну нормалек. Зона гравитации. Что у нас тут? Ну тут ничего нового. Хорошо. Так, чисто. Чисто, чисто, чисто. Слава богу, ничего сверхъестественного. Есть, запустили, ух ты. Так. Это что такое? USM Вейлор. Вызываю USG и Шимура на шлеме, что ли? Принимаем сигнал бедствия. Uh-huh. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Uh-huh. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Так. К нам выдвигается, к нам помощь летит. Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. Там твари же были. Была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. Черт, там же у них твари, она же к ним сейчас попадет. Да вы че? Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Конечно. А как же иначе-то? Естественно, заблокированы. Айзик, иди-ка, отвори. Дрянь, прямо над кластером антенн. Ага. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок. Конечно, обязательно. Я уже все, мчусь. Давайте сохранимся. Сохранимся и отправимся в путь. Спасать корабль. Да, я помню, уже этот улетел. Как его, капсула. С доктором этим сумасшедшим. И тварь была там с ними. Значит, она могла всех заразить. Так, надеюсь, ничего там не будет такого, а то... Так. Кажись. Во-во-во-во-во-во-во, летают. Есть, сбил нахрен. Только я бабло, по-моему, не подобрал, к сожалению. Ну ладно. Все, уходим отсюда нахрен. Черт, черт. Сдохни. Так, спускаемся. Надеюсь, тут никого нету больше. Да, все расчленены и находятся в неспособном состоянии. Так, у нас есть верстак, мы можем что-то с узлами сделать. Сколько у нас узлов? Давайте глянем. Может, что-нибудь да удастся улучшить в какой-то веке. 4 узла. Икс у нас на максимум, естественно, прокачан. Плазменный резак. Все, что можно было сделать, скажем так, максимальное, мы это сделали. Так, урон 9, 18 урон. Так, а сколько это добавит? 1. Блин, ну конечно, улучшать его я задолблюсь. Огнемет, чё? О, тоже бесполезняк. Тогда давайте стазис модуль хотя бы. Длительность увеличим. Использовать, конечно, да, конечно хочу. Длительность увеличиваем. Нормально. Будем стазис-модуль прокачивать. А чё? Почему бы и нет? Вещь нужная. В бою тоже может пригодиться. Как в теории, если у меня, допустим, патроны кончатся или окружат. Заморозил всех. И можно чуть ли не в рукопашную раздавать по щам. Так, куда? В лифт. Разумеется. Так. Поехали. Всё. Все, поехали. Че он так это? Так, у нас, конечно, тут с оборудованием, с патронами
небольшая напряжечка есть. Мне бы до магазина добраться, там бы до импульсной бы я взял. Хорошо, что я свое время в банк откладывал. Все-таки вот как чувствую, что пригодится. Давайте, кого мне тут порубить на куски? О, открылось. Хорошо. О, а тут еще ящики же. Как я их не заметил-то? Или я вообще в другом месте? Постойте. Больше похоже на то, что я действительно в новом месте. Да, точно в новом. Так, берем. Еще один узел. Хорошо. О, сохраниться можно. Я знаю, что это за место. Это же та пушка, по-моему, которую мы чинили. Или, может, другая аналогичная. Но сам факт. Пушка есть пушка. Ну, давайте садиться. Ой, что-то я там на заднем плане вижу такое здоровое. Твою мать! Стреляем! Ох, ни хрена себе! Так. Так, давай, 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 давай. Ломай ему эти штуки нахрен! Ух ты! Черт! Так, да чтоб тебя! Давай, 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 отбиваемся. Давай-ка ты. Что ж они такие живучие-то, а? Ой-ой-ой. Так, вроде попал. Так, кажется, я одну снес ему нахрен. Щупалку. Блин, она какую-то в сторону пускает, и хрен что успеваешь сделать. Есть, есть, ништяк. Ништяк. Еще одну отсобачил. Так. Так, оба-на! Отбили. Отбили. О, не-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 не. Так. Ну давай ты ломайся. Есть, еще одна. И еще одна. Осталась последняя. Зараза, а как она так откормиться смогла? Это, видимо, из-за органики. То есть всех, видимо, переварили, я не знаю. Преобразовали. Мерсер постарался. Опять выпустил вирус черный дозор, или как он там? О, блин, она вылазит нахрен. А, нет, она сдохла. А я-то думал... Взрывоустойчивый шлюз связи открыт. Офигеть, фу, какая мерзость, а. Юэсэм Бейлор, это Кендра Дэниелс, борт USG Ишимура, прием. Что за нахрен? На капсулу. Юэсэм Бейлор, это Кендра Дэниелс, борт USG Ишимура, прием. Так. Не открывайте капсулу. Черт, да ответьте же. Молчат. Ой-ой-ой. Твою мать. Черт. И у них такая же херотень. Да ядрить твою налево. Действительно. Еще один корабль заражен. Мать твою! Мать твою! Корабль летит на нас! Сука! Съебывай! Съебывай отсюда нахрен! Ух, ё! Столкнулись, ё-моё. Приехали на помощь. Я офигею, а! Всё. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут да. Все развалилось. Еще Николь здесь. О! Айзек. Господи, ты еще Айзек, жив? Ты там? Так. Слава богу, ты в порядке. Угу. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Угу. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Да еще бы, корабль где так удивительно не разрушило. Пытался выжить. Угу. Я смог немного подлатать себе. Так, ну давай-ка. Что такое у тебя? Я отменяю эту миссию. Угу. Задницу Си-И-Си и командную цепочку. Боже, мы должны валить отсюда. Осенило его, наконец-то. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Угу. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Действительно. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда.
Надеюсь. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Вполне возможно, что не справится, да. Весь покоцанный. Так, надо, короче, сваливать. Давайте-ка сохранимся. Сохранимся. Блин, как мне вот одно удивляет, как Ишимура на части не разлетелся, и как Айзик остался жив, корабль ведь прямо на нас летел. Че, он чуть выше, что ли, взял? Либо, я так полагаю, он сейчас тут вообще раздолбан, да? Наверняка разгерметизация нафиг, со всеми вытекающими последствиями. Мостик-то хоть цел, а может и не цел уже. А может уже и не цел. Так, спускаемся. Потому что, блин, ну корабль-то хорошо врезался. Если только Ишимура не сделанный, не знаю, из какого-нибудь сверхпрочного металла. Потому что, как бы, такое столкновение. Я-то думал, Ишимура на части разлетится. Видимо, нет. Так, спускаемся. Так, ты-то сдох. Хорошо. Хорошо, что ты сдох. Ой! Горите, твари! И-ха! Вот так вот! Нормально? Сдохни! Сдохни, говорю тебе! Все. Огнемет вещь! Что бы там ни говорили, все-таки нужная штука. Во, я даже патроны для этого нашел. Так, давайте сохранимся. Патроны для огнеметчика и для автомата, что еще более важно. Автомат у нас прокачан. Вообще я считаю, что в первую очередь всегда стоит качать урон, потому что это увеличивает, скажем так, полезность патронов. Скорострельность — это дело, как говорится, такое, знаете ли, не очень здесь особую важную роль играет. А вот урон, скажем так, позволяет сэкономить пули, быстрее прикончить соперника. То есть, видите, у него больше преимуществ. А скорострельность что? Ты больше потратишь пуль. Быстрее прикончишь, но потратишь больше пуль, как бы. И что тоже, в принципе, классно, но это только при том раскладе, если много патронов. Так. Твою мать, Слендер! Ах ты, твари. Горите нахер! Сгорели! Так, еще один. Так. Смотрите, а не сдохнет ведь никак. Все, 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 носиться начал. Забегал, забегал. Все. Сдох. Сдох. Так, во! Еще доступны. Теперь все доступны. Они по порядку, что ли, открываются? Чем дальше проходишь, тем больше открывается. Ну, хоть какая-то радость, в конце концов. Лучше иметь хоть что-то, чем вообще ничего. Так, перезарядим. Во! Другое дело. Сюда? Да. Конечно, сюда. Так. Магазин. Хорошо, магазинчик. Это круто. Средний воздушный баллон, ну и нахрена у меня. Так, большую аптечку продать. Среднюю продать. Еще продавать. Рубиновый переместить. Золотой туда же, батарею продать. Плазменную энергию, топливо, лезвие трубореза. Одну продать. Так, топливо огнемета, плазменная энергия. А вот патроны я заберу. Где у меня патроны тут были? Это я что-то не понял. Где патроны? Зато и какого-то хрена силовой блок. Ну вот и нахрена он мне? Кто-нибудь мне скажет? Ах, ну ладно. Да ладно, и так пойдет. Блин, ну я почему-то думал, что я откладывал патроны. Нет, видимо, жадность взяла свое. Что за звуки? На тебе. Так. Все. Сдох? Видимо, да. Так, открываем. Чисто. Никого нету. Давайте прыгаем на корабль.
Да, и я так полагаю, завершена еще одна глава, да. Найти и спасти. Завершено. Слава богу. Слава богу, завершено. Предлагают сохранить, конечно, сохранимся. Ну, думаю, друзья, здесь мы на этом с вами закончим. Закончим и будем продолжать спасаться, пытаться выжить. Да и вообще, как-нибудь остановить эту заразу в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцен. Не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.